Здравствуйте. Здравствуйте. И вы как учредитель и основатель Абаканского мусульманского общества, расскажите, приходят ли к вам молодые люди? Ведь не секрет, что в современном мире все труднее сохранять традиционные ценности. Вокруг слишком много сиюминутных соблазнов. На сегодняшний день 90 с лишним процентов это молодежь, которым, можно сказать, от 18 максимум 40. Кроме того, сейчас те, которые семьи жили до этого, приехали лет 10-15 тому назад, здесь тоже родились молодежь, они уже тоже, как говорится, уже становятся совершеннолетними, тоже ходят сюда в мечеть. В основном по большим праздникам и по пятницам тоже. В мировых СМИ глобальной угрозой называют международный терроризм. Почему его появление вообще стало возможным? Ведь идеология террора осуждается всеми конфессиями мира. Я считаю, это мое мнение, мое видение. Это, во-первых, мировое. Кризис экономический. Все, кто, в основном кто, молодежь нуждается в деньгах. Возрасты уже успели заработать, пенсии заработали. Раз молодежь нуждается в деньгах, где им предлагают какую-то сумму, они туда и без оглядки идут. Это одна причина. Вторая причина, это где-то вот этот молодежь осталась без присмотра. Регулярно с ними не общались, не занимались, ни родители, ни другие общества, они уже, можно говорить, пошли на свободные хлеба и на свободную веру, и, может, даже в какой-то степени даже их идею могут вот эти террористы вести в заблуждение, что участвуя в этих боевых действиях, ты станешь шахидом и прямиком попадешь в рай. Вот это тоже, конечно, вот эта агитация, и это еще к нему основную роль играет финансовая. И молодежь идет, и были бы они под присмотром, этого бы никогда бы не произошло. На сегодняшний день, с учетом событий на Ближнем Востоке, связанных с деятельностью террористических организаций, видите ли вы какие-то признаки, может быть, пропагандистской работы этой структуры в нашем регионе посредством сети интернет, личного общения, боевиков с мусульманами или что-то другое? Нет. Мы, сам по себе знаете, это Хакасия, тем более Абакан, город небольшой. Это все на виду, на ладони. Это в больших городах, в Москве, Санкт-Петербурге, скажем, Новосибирске. Там есть где прятаться, где общаться, где углядел, не наглядел, там этому. А по сети интернета, если где-то общаются, это мне неведомо, но всеми друг друга знаем в лицо хорошо. Появление кого-нибудь постороннего, чужого человека, сразу мы уже видим, что этот товарищ со стороны, это не наш, и можем в него, скажем, не то, что подозревать или приветствовать, если добрый человек, а если там... Помысли нечистые, сразу мы можем его, значит, не сказать, что там, тут, в наших рядах ему нечего делать. Как вы считаете, насколько лозунги религиозных радикалов соответствуют нормам классического ислама и в чем их основное различие? Это спекуляция. Это прикрытие ислама. Под прикрытием ислама это в мире есть определенное количество людей, высокопоставленных, или, скажем, в отношении религии. Они под прикрытием ислама вокруг себя собирают, чтобы создать свое правление, свое государство и сами правлять. Это прикрытие ислама. Но чьих интересов, своих личных, корыстных, я имею в виду. Как воспринимают мусульмане Хакасии деятельность террористов на Ближнем Востоке? В Коране написано, ислам. Если Всевышний Аллах создал кого, независимо, скажем, любого человека, там, животного, независимо, он создал, только он вправе взять жизнь конкретного человека или конкретно там животного. А то, что кто-то силой кого-то лишает жизни, это противоречит корням ислама. Что предпринимается руководством УМА для того, чтобы не допустить радикализации взглядов молодых членов общества? Ведется ли воспитательная работа в данном направлении? Цель, наша задача, чтобы наш молодежь всегда был под руководством, под наблюдением вот старших поколений, и ходили сюда, мы каждую пятницу направляем и говорим, что такое зло, что такое добро, всегда. И для этой цели вот эта молодежь направить правильное русло, это, во-первых, в их интересах, конечно, совместно, такое зло, которое сейчас идет, кому-то это не под силу в одиночке справиться с ними. А когда люди соединяются совместно, все, даже, скажем, в истории есть тот же
Вторая мировая война, Первая мировая и другие войны, другие много были в истории всяких таких категорий людей, которых останавливали сообща. Спасибо большое.